В поселке Калкаман в Павлодарской области появится новый микрорайон, причем возведут его на месте брошенных и полуразрушенных многоэтажных домов, которые власти в этом году принялись восстанавливать. Первые два отреставрированных дома уже заселяют жильцами. Накануне счастливым новоселам вручили ключи от квартир. Это не новый дом, он переживает второе рождение. Почти 30 лет многоэтажка пустовала, но здание сохранило свою прочность. Власти решили восстановить дом и распределить жилье среди очередников. Алена Соколова одна из первых получила ключи от квартиры. Порог собственного дома маленький Ярослав переступает осторожно, не боится. Просто у мальчика очень слабое зрение, имеет инвалидность, а потому родители в числе первоочередников на получение жилья. Сынок, смотри, наша новая квартира. Смотри, какая она красивая. Теперь у тебя будет своя спальня, куда ты будешь своих друзей приводить. У нас будет ванная, где мы будем мыться. Посмотри, какая она светлая, красивая. Сынок, ты рад? Да. Супруги Соколовы долгое время скитались по съемным углам. Снимали старенький дом в поселке, топили печку, носили воду. Теперь вот все благоустроено. В нашем поселке как бы даже снять, не то что купить, это очень тяжело жилье. А как молодая семья, это понятно, хочется жить отдельно. И вот в преддверии праздника первого президента нам вот позвонили, сказали, вы получаете квартиру, это радости не было предела. Только слезы на глазах, как говорится, мы очень благодарны, что вот у нас будет такая возможность теперь жить вот действительно, вот как оно есть, как души говорю, вот в нормальных условиях. А ведь еще прошлой зимой дом новоселов был похож на это полуразобранное здание. Из бюджета выделили 162 миллиона тенге и приступили к реставрации. Мы провели обследование и решили восстановить. Здесь находится 5 домов, из них вот 3 восстановления. 1 метр квадратный стоит 84 тысячи тенге. В данный момент мы эти дома подключили центральный водопровод, канализацию, центральное отопление. Аксусские власти планируют создать здесь полноценный жилой массив. На следующий год отремонтируют и заселят еще 2 дома. Тут получится хороший микрорайон, где будут и детские площадки, и игровые спортивные площадки. Поэтому поселок Калкаман у нас заживет новой жизнью. В первую очередь выдаваться будут квартиры социально уязвимым слоям населения. Это многодетные, сироты, дети, лица с ограниченными возможностями. До конца следующего года в поселке Калкаман появится около 200 новых квартир. Ербул Абишев, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий из Павлодарской области, Хабар 24.